Как, делишки-ребятишки, с вами снова Эдисон, а также Екатя-преступница воровская. Ой, да, я такая, ведь я украла твое сердечко. И сегодня мы находимся там, где свои личные вещи, кошельки, рюкзаки, ключи, телефоны лучше не оставлять без присмотра. Сегодня мы находимся там, где никто и никогда не берет с собой в магазин кошелек и деньги. Они здесь просто не нужны, потому что все воруют. И сегодня мы находимся там, где маски и перчатки носили еще до того, как это стало всемирным трендом. Слушай, так получается, мы находимся в этом... В Череповце, ну точно я его узнала. Помню, как-то раз я с бабушкой своей сюда приехала, и все. Я говорю: бабушка, я тут оставлю свой рюкзачок. Она такая: да, конечно, оставляй. И что, ты думаешь, он остался там? Конечно, нет, его тут же сперли. Потом пошли в магазин, там даже касс нет, потому что люди просто все выносили пачками: колбасу, сыр, вот это все. Ну, короче, это Череповец, конечно, сюда вот очень опасно идти. В смысле, там в Череповцах вот это люди даже не работают, потому что все всегда везде воруют? Да, они именно так и выживают, просто грабят. Череповец, походу, самый криминальный город на этой планете. Да-да. Так, я вроде знаю, там надо щелкать, как-то крутить влево, вправо. Так, это может быть с этой стороны... Или вообще попрыгать на нем, может, он сломается. Хотя нет, это же сейф, он прочный. Ну, что-то заклинило. Ну, нужно это масло какое-нибудь растительное, подсолнечное, чтобы открылось хорошо. Ты умеешь вообще такие сейфы открывать, а? Нифига не получается. Подожди, у меня сразу два вопроса. Первый, откуда у тебя сейф? И второй, что ты сейчас с ним делаешь? Вот откуда сейф, вот спрашивать не надо. Мы, между прочим, в Череповце. А на второй вопрос я тебе так отвечу. Бог Майнкрафта по-любому там сидит и прячется. Вот-вот, поэтому давай помогай мне открывать. На, держи ключ, пробуй. Слушай, да когда ты уже перестанешь искать Бога Майнкрафта там, где его 100% нет? Ну, ты думаешь, он реально в сейфе прячется, Кать? Я тебе отвечаю, он в сейфе. Вот помяни мое слово. Да ты-то можешь мне отвечать сколько хочешь, но ты направо посмотри вот туда. Это лево, а не право. В другую сторону посмотри. Не успели мы зайти в Майнкрафт, как мы с Катей ни черта не нашли. Ты вообще понимаешь, что это первая серия Майнкрафт, но которая сломалась? Тут просто нет деревни нигде, ни слева, ни справа, вообще ее нигде нет, кроме какого-то тоннеля вот там в горе, который я сразу с самого начала заметил. Слушай, ну если не видно деревни, а видно туннель, значит нам точно надо идти туда, я тебе говорю, там за ним что-то есть. Ну, может быть, тогда забирай вот этот свой сейф бесполезный и потопали за мной. Говорю, мы не успели зайти в Майнкрафт, как бог Майнкрафта вот это прокричал с неба, то, что Катя сегодня... Екатя-преступница воровская. Да, вот именно, вот это, вот она. Вот я в душе не понимаю, что он хотел сказать, но, возможно, за этим тоннелем у нас будет разгадка. О, автобусная остановка. Я тогда жду свой автобус, я поехала домой. Ага, давай, удачи тебе. Я тогда пошел вот сюда и посмотрю, что здесь у нас находится. Так вот она, деревня. Ты была права, то, что мы с тобой здесь кое-что найдем. А слева у нас еще одна деревня. Погоди. Тут это что-то странное, непонятное. Какие-то две параллельные вселенные. Подожди, слева деревня и справа деревня. Так, ну я предлагаю пойти вот в эту крутую. Иди сюда за мной, выясним, что здесь находится. Ты посмотри, что за забор, посмотри за забором. Раз тачка, два тачка, мопед, три тачка, там бензина не разливают. А розовую себе забираю. Да, подожди, а тут у нас просто развалившийся на кусочек дом. Слушай, ну может быть они просто переехали там, ну зажили хорошо, а это заброшенка какая-то. Кстати, да. Ну тогда давай сразу сюда пойдем и посмотрим, что здесь выясним, все вот эти, что у них здесь происходит. Вы нас внутрь туда пустите, пожалуйста, или чё? Вы к кому? Молодой человек, я к своим братанам, свои люди, они меня ждут. Вон в том доме, это я, пропустите. Спасибо.
Какие братаны тебя ждут? Я сейчас ничего не буду. Спасибо большое. Какие братаны у тебя в этой деревне тебя ждут, а? Я сама не знаю, я просто по приколу так сказала. Всегда работает. Ты посмотри, какие тачки здесь, Кать! А вот эта вот синяя! Ну, это точно твоя, а вот это моя. Не было еще, наверное, ни одной деревни, где я видел, чтобы столько машин было. А там наверху, посмотри, там вертолет на крыше. И там вроде еще один я видел. Два вертолета в одной деревне находятся. О, чувствую, мы сегодня с тобой повеселимся. Иди сюда, отойди. На парковку заезжают, чтобы нас сейчас не задавили. Да проезжайте, проезжайте. Аккуратно. Ты смотри, какой квадроцикл-то у него. Фу, лопушки. Это ты мне сказал, ты на себя посмотри, петух. А вот ты поаккуратнее с выражениями, мы как бы даже не в своем городе. Ну как бы ты тоже поаккуратнее с выражениями. Он нас сейчас лопушками назвал. И это вообще что такое, даже обзывательство или комплимент? Все! Пускай потом отправляется со своим этим квадроциклом. Давай иди сюда за мной, аккуратно. Три вертолета, Кать! В одном городе три вертолета! У них на грядках! Смотри! Опа, давай пожрём немного. У них на грядках вот это, тортики растут! Прикол, да. Слушай, а можно мне этот колпак на бошку надеть, а? Давай, делай, что хочешь, и пошли. Эй! Он, походу, с квадроцикла упал, он контужили немножко. Кать, иди за мной, ты где? Сюда, поверь! Я потерялась! Наверх сюда поднимайся, я вот здесь, за вот этим, за колодцем нахожусь. Ага. Психованный какой-то, пойдём. Психованный. Так, ты давай тогда отправляйся в этот дом, посмотри, что там в сундуках, а я пойду и посмотрю, что находится в этом доме. Давай. Здесь у нас бабло на земле валяется, так. У меня тоже что-то какая-то лажа, рояль огромный такой красивый стоит, и книги, все. Даже сундука нет. У меня тоже сундука нет, тут пицца валяется, тут 6 кресел и огромная Кать! Это кинотеатр в доме! Погоди, ты в каком... О, вижу тебя. Ну-ка, покажи, давай. У кого-то дома настоящий кинотеатр, посмотри. Офигеть. Ну все, выбирай фильмец. Тут пицца есть. Короче, садись на диванчик, будем смотреть что-нибудь интересненькое. Да ты посмотри. Это ты уже фильм какой-то включила? Нет, вроде боевик не выбирала, комедию хотела посмотреть. Не трогайте! Да ладно, не будем, все. А кто это тут разорался тогда? Стоп! Ты пушку опусти! Что мы вам сделали, а? Я сейчас братану своему скажу, вы все тут пойдете куда подальше, мы в своем городе, поняли? Мы здесь можем... У тебя нет никакого братана в этом... Вот какой, про какого братана ты говорила, а? Это мой братан, между прочим, это ее братан был, и если что, тут и у нее, как бы, дайте я перекушу, у нее еще куча таких братанов есть, поэтому лучше вам на нас свои пушки не поднимать. Это чужая собственность, вход воспрещен, не трогайте. Нифига себе, какой борзый. Да больно надо вашего тут причиндалы всякие трогать. Пошли, Кать, отсюда, пойдем в какой-то другой дом, посмотрим, что там находится. Да, может, там подружелюбнее будут люди. Тут всегда такой дурдом в этом городе происходит, я что-то не понимаю. Так, что здесь находится? Открывай вот эту ворота, мы посмотрим, мы туристы. Да, не мы открой. Посмотреть хотим, музей или что это такое? Мы тут гости долгожданные в Череповце, ну-ка. Вот это не, Кать, это не... Ты сейчас в доме чуть-чуть бошку не отрезал, ну ты думай, что ты делаешь, ты еще кто такой? Эй! И ясно, они тут все какие-то немножко с головой. Ты возьми его самолет и тоже выкинь, как ту тарантайку. Собака со спины. За забор, давай. На! Вот так с каждым будет, ясно? С каждой вот эта машина такое будет, кто будет угрожать моей девушке и ее жизни. Так, сюда, вот сюда. Так, что у нас здесь находится? Парк находится. В парке у них вот этот фламинго. Короче, я понял, что это за город. Пошли нафиг отсюда. Это город этих мажоры здесь живут настоящие. Зажравшиеся. Да, летают на своих самолетах. Вот это на своих машинах сраных вот это ездят вот туда. Кричат вот это. Эй! Это...
Идите тогда со своими машинами ей! Вот, оттуда я её... тоже хочу выкинуть! Ты ничего сейчас не выкинешь, и вот ту машину ты не выкинешь. Все, давай пошли отсюда, пускай они там эйкают в своем городе. Ну и все, ну и пока. Пошли в эту деревню, посмотрим, что здесь находится. У меня как дела спрашивает. Чё? Он спрашивает, как у меня дела. Фигово, потому что я хотела у вас потусить, а вы выгнали нас. Фу. У своего братка спрашивай, как у него дела, у нас не спрашивай. Пошли, Кать. Так, в этой деревне жопа, здесь вообще ничего нет. Так, но она же здесь зачем-то должна быть, и вообще, что произошло, нам нужно понять как-то, я не знаю. Кать, а когда вот этот мужик, который к нам подошел, и когда нам сказал... Какой мужик, блин! Так, тихо, тихо, шутки вот эти все свои. Надо разобраться, что здесь происходит. Ну, слушай, я понимаю то, что эта деревня, ну, такая себе, она не выглядит, как будто она очень богатая, но я предлагаю тебе все же посмотреть, что здесь в этих сундуках находится. Возможно, здесь будет что-то полезное. Опа, неплохо. А что это такое? Вонючка! Глушитель! Вонючка, это прикольная вещь. Ну-ка, давай спробуем на тебе. Ну, да не на меня-то хотя бы, что это за... Фу! Извините, я больше так не буду. Как будто тиранозавр какой-то пёрнул, ёперный кокос с этими мистерами-криперами сраными. Так, пошли в другой дом, посмотрим, что здесь находится. У тебя вонючки еще остались? Две штуки, но я хочу их припасти на самое интересное. Может, они нам еще пригодятся. Так, здесь есть сундук. В этом сундуке у нас световые гранаты. 4 штуки и 2 прицела. А мы все с тобой, что ли, пробовать будем? Кошмар какой. Давай больше не будем экспериментировать. Так, ладно, еще один дом остался. Давай посмотрим, что здесь внутри находится. Подвиньтесь. А здесь у нас фиолетовые вонючки. 6 штук и 2 пистолета. Да дай мне хотя бы одну вонючку. И пистолет, Кать. Так, а пистолет, а чем стрелять-то? В кого стрелять? Если мы нашли пистолет, значит где-то здесь должны быть вот эти патроны. Так, в этом доме мы еще с тобой не были. Давай вот сюда забежим и посмотрим, что здесь внутри. Тут двойной сундук, подойди вот сюда. А в двойном... А картинка-то начинает прорисовываться. Кать, стак патронов. Держи половину, забирай. А я как раз таки сейчас возьму этот пистолет, соединю его с глушителем, и у меня будет пистолет, Кать, с глушителем. Ну везет тебе, у меня обычный какой-то пукалка будет. Так, иди сюда за мной, здесь есть еще кузница, мы в кузницу с тобой не зашли. Возможно, здесь что-то будет прям очень полезное. Я все поняла. Мне кажется, то, что бог Майнкрафта нам прям хороший такой намек дает. Это случайно не балаклава и какой-то пакет на голову, а? Это оно самое, и я знаю, что мы сейчас будем с тобой делать. Ну тогда чур, балаклава моя! Так, а ты пакет тогда давай забирай. Опа! Ага, а ну подойди сюда, покажи, как ты выглядишь. Ну как? Нормально? Ну, могло быть лучше, но в принципе сойдет. А нам нужно стоп. Я успел его убить, Я кокнул его. Хорошо работает пистолет. А нам нужно вообще что-то сейчас объяснять, или мы с тобой прекрасно понимаем, зачем нам дали балаклаву, пистолеты и световые вот эти гранаты, а? И вонючки фиолетовые. Ну, времени, к сожалению, у нас с тобой, Кать, нет, чтобы сейчас придумать какой-то нормальный план. Нам надо как-то пробраться туда, в деревню. А? Может, у тебя есть какая-то идея? Да все просто. Кидаем в них вонючки, пробираемся, коммунизим все и возвращаем сюда, а? Ну, кстати, план может сработать. Давай на счет 3 закидываем их вонючками и заходим туда внутрь. Давай, готово? Да, все. Давай. Раз, два, три. На! Ща оно сработает, сейчас работает, сработает! Ни черта не видно, Катя, побежали! Давай, заходи! Так, я вижу, все, Я ни черта не вижу! Так, прячься, куда ты спрячься! Так, все, дело есть! Я тебе предлагаю сразу пойти вот это в хранилище. Давай сюда за мной.
Нифига себе ты какой-то опасный. Может, по телеку сначала? Ну давай, а где телек-то? Ну вот где кинотеатр-то этот был? В каком доме? Не помню уже. А чё мы будем к этому кинотеатру идти? Давай вот сюда сразу в этот дом зайдем. Давай запердахивайся туда внутрь. Так, у меня еще осталось две вонючки. В принципе, мы можем его оглушить. Ну это потом... Ёпит! Ты посмотри, какая плазма огроменная! Забирай ее себе! Так! А здесь, походу, здесь блогер какой-то живет. Смотри, у него здесь камера, у него здесь PlayStation, у него здесь три монитора. Забирай все, просто все. Я и стул заберу, и вот это, футбол заберу, PlayStation заберу, вот это вот все. Все, давай пошли отсюда. Так, теперь что, куда? Короче, давай просто бросаем в эту чупакабру световую гранату, глушим его и заходим в хранилище. Отличный план, ты у меня такой молодец, давай. Ага, отворачивайся. Апа! Все, забегаем! Быстрее, 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 быстрее! Сейчас так не видит, давай, быстро! Закрывай дверь! Ой-ой-ой! Так, Быстрее! Прикрывай меня с этим пистолетом! Золотая монета! Кать, здесь таков 20 золотых монет! Давай, ты что ты стоишь на месте? Да я боюсь, я вообще ничего не соображаю, блин! Надо брать и валить отсюда! Зачем тебе пистолет? Ты отдали так стулья к чертовой бабушке выложу обратно, что можно еще выбросить? А камеру выброшу, вот где камеру все же заберу. Так, все твои гранаты можно выбросить, вот это... Все забрала! Где эта сигнализация? Давай вырубим ее нафиг! Забирай, если карманы еще позволяют что-то с собой унести, давай забирай. Да, все забито. Катя, охранники пришли, надо сваливать отсюда как можно скорее, мы не сможем уже отсюда. Перестрелка! Кидай вонючки, сваливаем отсюда, быстро давай! Так, в одного вонючка полетела, на тебе! Давай, ждем, пока она взорвется и... Сваливаем отсюда обходными путями. Сюда, пока они не видят, куда мы с тобой отправляемся. Тогда давай половину. Последняя на выходе, последняя давай, вонючка. Давай. Вот сюда бросай вонючку, вот сюда давай быстро. Сейчас, так и вот так, все. Ты что, вообще не туда ее бросила? Нормально, она укатилась просто. Половину всего то, что мы награбили, давай идем вот сюда, этот дом, и давай оставляем все вот в этом сундуке. Так, вот это вот сюда, телек я вам тоже оставлю, так, вот это один стак золотых монет заберу. И вонючку вам на память оставлю. Слушай, Кать, они опять возвращаются. Нам надо сваливать отсюда так быстро, как только можно. Заводи тачку, любую, быстрее. Какую-то у меня нет никакой тачки. Ну, возьми какую-нибудь, у них там много. А я вот эту возьму, которая как раз таки... На заборе застряла. И все, Кать, запихивай саркостанцию. Она что, одноместная, что ли? Да не одноместная, садись ты уже куда-то назад. Туда садись и отстреливайся. Все, в багажнике сижу. Валим отсюда, никуда не врезаемся. Они нас вряд ли смогут догнать пешочком. Все, свалим отсюда, Кать. Опа, кто-то самолет потерял. Так, это я. Ты за руль, я за самолет. Встречаемся с тобой где-то, неважно где. А ты управлять-то умеешь им? Я, постараюсь вроде как что-то не понять. Дай куда... Все, научился, Кать, научился! Все, давай, я за тобой еду. Как ты за мной поедешь, если я в воздухе лечу? Ну, я примерно соображу куда-нибудь. По звездам сориентируемся. Давай!